У нас есть одна душевная песня. Ну, правда, песен душевных немало, но одна из них, на одну из них у нас есть очень-очень душевный, добрый и красивый клип. В этом клипе снимается одна девушка, и даже не в одном, а в нескольких наших клипах. Но она раньше не пела, а тут мы с Костей уговорили ее спеть эту песню. И она споет вместе со мной ее. Лиза Боярская. И песня «Небеса». Добрый вечер. Небеса мои обетованные, что же вы молчите опять, высотою маня? Небеса мои обетованные, нелегко пред вами стоять, так услышьте меня. Солнцем разбужена и укрытая тоненьким кружевом, я вдыхаю ее, забираю ее, полусонную в плен без оружия. И как без нее теперь, как продлить эту краткую оттепель? Прижимаю сильней, да пребудет во мне ее запах и родинка на спине. Но время не вернуть, а счастье слепо, вижу двоего, а стука неба, и теряются слова. Синева, неба, 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 небеса. Что полюбил он тогда меня? Объяснения нет, это послано мне за десяток веков ожидания. Солнцем разбужена и укрытая тоненьким кружевом, я вдыхаю его, забираю его, полусонного в плен без оружия. Услышьте меня. Добрый вечер еще раз. Спасибо огромное. Никогда в жизни не стояла перед таким огромным количеством зрителей, никогда в жизни не пела со сцены, ну, только в театре, в драматическом. Спасибо огромное Константину и Валерию за эту возможность.
Вы знаете, я искренне восхищаюсь талантом этих людей и, главное, их человеческими качествами. Спасибо вам за то, что вы такие чудесные. Спасибо. Спасибо, Лиза, тебе огромное от всей души. Спасибо. Мне кажется, что это было просто здорово. Несмотря на то, что первый раз.